Вот такая там посылочка. Открываем? Да. Смотрите. Внутри которого находится еще один полимерный пакетик. Там пусто? Должен пусто. Один пакетик порошкообразным или мазеобразным? Порошкообразное вещество белого цвета. Иркутской таможне возбуждено уголовное дело по факту контрабанды психотропного вещества в крупном размере. Данный препарат был обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Иркутской таможней совместно с транспортной полицией. Фигурантом уголовного дела стала жительница Ангарска, в адрес которой направлялось международное почтовое отправление из Китая. При вскрытии посылки оперативные сотрудники обнаружили порошкообразное вещество белого цвета около 10 грамм. Проведенная экспертиза подтвердила, что данное вещество является психотропным тианептином, в связи с чем Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть контрабанда психотропного вещества в крупном размере. Психотропное вещество изъято из оборота. По данному факту проводится расследование.